Мы рады приветствовать вас на открытии 26-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Искусство не знает границ. Оно сближает народы, роднит души и сердца. Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот уже более четверти века сияет звезда Славянского базара, который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов. Дорогие друзья, Славянский базар славится добрыми традициями. Одна из них – чествовать артистов, чьи творчество и общественная деятельность служат укреплению дружбы и сотрудничеству между государствами, между народами. В нынешнем году специальные награды через искусство к миру и взаимопониманию отмечена замечательная певица, народная артистка Грузии и России Тамара Гвардстели. Здесь, в Витебске, прошли мои первые крупнейшие концерты с маэстро Мишелем Леграном. Здесь много лет мы бок о бок работали с нашими белорусскими, украинскими, польскими, сербскими, болгарскими друзьями. Я вам всем благодарна. Александр Григорьевич, вам спасибо. И я хочу сказать, что судьба мне подарила любовь белорусского народа. И это любовь взаимная. Я вас люблю. Спасибо большое за оказанную честь. Спасибо вам. Впервые в рамках церемонии открытия будет вручен гран-при победителю международного детского музыкального конкурса, итоги которого подведены сегодня. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.